Уважаемый Владимир Владимирович, мы родственники мобилизованных ребят 247-го полка города Ставрополя. Обращаемся лично к вам в связи со сложившейся ситуацией. Наши мужчины полгода находились на левом берегу Днепра от Херсона, на первой линии, хотя документально они находились в Армянске. После взрыва Каховской ГЭС их расположение затопило. Затопило все, от обмундирования до боевых комплектов. Парней перевели на другое направление. Не дав отдохнуть, отправили сразу в бой на первую линию. Без рации, обмундирования, поддержки авиации и артиллерии. Уже в первые сутки их разбили. Есть много погибших и раненых. Но есть уцелевшие ребята, которые выходили на связь. Мы знаем, что они ранены, контужены. Им необходима медицинская помощь. Командование планирует и дальше отправлять остатки батальона в бой на первую линию. Мобилизованные не были в отпуске. При обращении по телефону в часть одной из жен ответили, что весь полк пал на поле боя. Но мы знаем, что это не так. Они живы. По официальным данным, ребята находятся на третьей линии фронта. Но по факту их отправляют на линию соприкосновения, где постоянно проходят неравные столкновения мобилизованных против профессиональных иностранных наемников. После обращения в военную прокуратуру поступили угрозы от командира Ильяса. Помогите разобраться в данной ситуации. Дайте шанс на спасение наших мужей, отцов и братьев. Поддерживаем.